Приветствую на канале Asmo The Play. Мы начинаем игру Хогвартс, Гарри Поттер. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента пятого курса. Ну, я не понимаю, как это пятый курс сразу на пятый или с пятого на первый продвигаться. Семестр начнется 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Так, ну давайте. Я понять не могу. Так. Какая разница, какой я буду-то, да? О, азиат. На. Нет. Хиппи? Кто она? Ну давай, вот стандартный, круглый. Что-то я не очень ощущаю, конечно, разницу, может она и есть. Прическа. А какая прическа-то сойдет? С пробором. Сойдет. Это что? Шира. Ой. Субзира даже есть какой-то. Вот такое возьму. Состояние кожи. Не знаю. Веснушки, родинки. Давай тоже добавим. Я даже не знаю, нахрен они не нужны. Брови. А цвет глаз. Цвет глаз вообще без разницы, где он-то. Или это брови все-таки? Брови. Ну, такой, более такой. Меньше двигателя не будет. Цвет бровей. Хрен с ним. Цвет глаз. Бог с ним. И это что у нас? Первый голос. Второй голос. Ну-ка, давай. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this. A few cobwebs and some dust. Первый, давай. Нормально. Так, чтобы предложить вам, необходимо дать имя своему персонажу. Имя. Фамилия. Так. Общежитие. Так, этот выбор позволяет повлиять на то, в каком общежитии будет жить ваш персонаж, а также на то, как другие персонажи игры будут к вам обращаться. Волшебница. А как я себя идентифицирую? Нет, я нормальный. Волшебник. Все, так, это у нас все сделано. Рыло. Нормально. Смотрим. Прибыл. А, похоже, мы уже готовы отправляться. Жаль, конечно, что у нас с вами было так мало времени. Надеюсь, вы практиковались те, что я вам показал. Да, профессор, надо сказать, впервые вижу, чтобы кто-то настолько быстро осваивал чужую палочку. Представляю, на что вы будете способны, получив собственную. Спасибо, профессор Фиг, в том числе за то, что вы согласились помочь мне. О, Элиазар! Элиазар! Джордж!
Джордж, как рад, что ты сумел нас отыскать, хотя я описал тебе это место весьма туманно. Мне не впервой трансгенерировать, ну, куда попало, короче. Хотя, признаюсь, сперва у меня вышла небольшая промашка. Я слегка напугал каких-то театралов в Вест-Энде. Давненько же мы не виделись. Честно сказать, твоя сова меня изрядно... Элизар, можешь лучше не здесь... А? Of course. Да, разумеется, поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир, в честь начала учебного года и церемония распределения. Отличная идея, если только твой протеже не против, что я за вами пойду. Ничего страшного, тогда после вас. Давненько не бывал в замке, приятно будет вновь посетить родные развалины. Где-то я не успеваю читать, поэтому, не знаю, читайте сами, либо ставьте на паузу. Давай, невидимые лошади. Я надеюсь, они невидимые. А не то, что у меня прорисовки нет и глюк. Не хватает мощей видеокарты. Ну давай. Warner Brothers. Че, Бакс Банни еще скажи. Тини Тун. Аваланж. Ишь твою мать-то. Давай уже. Портки Гаммы. Я не знаю, давай. И утреннее солнце, хрен с ним. Также бригада пьяных грузчиков представляет. Конечно, пьяных грузчик полон. Колесница летает. Я рад, что застал тебя до отбытия в Шотландию. Ты едва успел. И кто же твой спутник? Новое пополнение. Новое? Да, сэр, меня зачислили на пятый курс. Как необычно. И впрямь никто из преподавателей не помнит такого прецедента. Обычно в Хогвартс поступают куда раньше. Мне тоже это новое. Ну и поскольку у других пятикурсников была хора в целых 4 года, директор попросил меня до начала занятий немного позаниматься с новичком. Вот так вот. Вот что ж, о лучшем наставнике и мечтать трудно. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к лести. Возможно, это одна из причин, по которой он занял столь высокий пост в министерстве. Ну, шутка хорошая, да. Ты это видел? Ух ты, газета, статья, какой-то гомбль. Да никто не знает, насколько Рангок опасен на самом деле. Мое мнение разделяется далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он серьезно причастен. Причем именно твоя супруга, Элизар, еще несколько месяцев назад поведала мне о нем. Мэриам? Как так? Она написала мне о Ранроке незадолго до смерти, спрашивала, известно ли в министерстве его дела. Но прежде чем я успел ей ответить, она прислала мне вот это, и это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова. Но ни записи, ни письма не было. Могу лишь предположить, что ей нужно было поскорее. Видимо, я даже не успел читать. Я не могу его открыть, футляр запечатан очень сильным заклятием. Похоже на глубинский металл. Этот символ. А что это за свечение? Я ничего такого не вижу. Да и я тоже. Вот так. Мерлинова борода. Как вы это? Стойте. Мы не знаем, что это. На. Вот тебе и дракон нахрен. Пол кареты сожрал. А он этого сожрал тоже, наверное. Нет? Сожрал он или нет? Мне интересно теперь. И как пол кареты могут летать? А, вон они. Все-таки они были невидимы. На! На! Твою же мать, он сейчас еще и огнем плюнет. А что извозчик-то не помер? Вот в таких ситуациях...
Ключ. В таких ситуациях надо мету с собой носить. Дайте руку. Я не понял, что он сказал. Так, ну сомневаюсь, конечно, что это дракон. Опа! Вы в порядке? Скрикивает от боли. Вы пострадали? Самую малость. Возьмите, это рябиновая тварь вмиг поставит вас на ноги. Рябиновая тварь. Г. Да. Топей уж. Что произошло, бедный Джош? Он в голове не укладывается. Что только нашло на эту тварь? Нападать на летящую карету? Ни один дракон не стал бы. Тяжело вздыхать. Сэр, где мы? Не знаю, но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Портал. Зачарованный предмет, перемещающий любого, кто до него дотронется. Определенное место. I'm feeling better, sir. Сэр, мне уже лучше. Если хотите осмотреться, я с вами. I would. Да, пожалуй. But stay close. Но держитесь рядом. Мы не знаем, кто создал этот портал и для чего. Or why? Да подождите, для чего, кого? Бежать вы не хотите. Вот, хоть растительность я не такую большую сделал. Череп, который нам показали. Оу-оу! Ничего себе, замочек там был, дом какой-то. Как далеко забросит нас этот портал? Куда дальше от Лондона, чем унесла нас карета? Мы сейчас где-то в Северной Шотландии. Сэр, вон те руины. Может быть, портал должен был привести нас туда? Да, день оказался полон неожиданностей. Но Мириам явно послала этот портал Джорджу не просто так. Я уверен, что она, а теперь еще и Джордж, погибли в поисках того, к чему должен был привести. Если ты точно в порядке и не против немного мне помочь... Я хотел бы осмотреть местность. Конечно, сэр. Отлично, попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще есть. Так, минутку. Путь в Хогвартс. Подожди, я взять хочу. Ага, сам я упасть не могу. Собрать. Давай я хочу собирательством заняться. Ромашки собирать. Что там еще надо? Аду в ванчике травничеством заняться. Или мне этому всему учиться надо? Я не совсем, конечно, понимаю здесь. Опа, опа. Давай, бери. Не берет. Давай тогда, старый пердун. Пошевелил своими локтями. Как вы думаете, откуда у вашей супруги вообще... Хороший вопрос. Мира много лет искала среди давно забытой формы древней магии. О, ну что, у магии есть форма еще. Вот формулу бы я бы еще понял. Древняя магия? Да, могущественная магия, которая была доступна лишь немногим, но, судя по всему, ее секреты уже утрачены. Парапет был. Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем до сих пор живы ее отголоски. Не знаю, где Мириам раздобыла этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поиска. А, там внизу есть тропа. Сюда. Я вижу, что тропа есть. Как ты знаешь, что сюда? Хотя, как ты знаешь, что с другого пути, потому что нет. But, sir, но, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы давно утерянной магии?
Мэриам хотела выяснить, как настолько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, что ее можно было обернуть во благо. Но магия сродни любой другой силы, все зависит от того, кто именно ей владеет. Что это, лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кто-то хотел переградить нам дорогу. Почему нам-то? Погляди, насколько вы научились обращаться с палочкой. Сосредоточьтесь на центре. Так. Нажмите, чтобы использовать основное заклинание. Вот так. Господи, тут прицела нету. Превосходно. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Ага, тут цели так будут выбираться, значит. Понятно. Используйте, чтобы выбрать текущую цель. Все, понял. На. А у меня где-то есть эта магия? Записана где-то? Так, ладно. Ага, он на жопе проехался. Таких сюрпризов я не ожидал. Вау, так я могу так ни хрена себе быстро делать, ну-ка. Однако ваш навык владения палочкой растет прямо на глазах. Спасибо, сэр. Вообще все расхреначу, всю посудину. Всю посуду. Я хотел в голубе. Одуванчики. А, теперь сюда. Подожди, я только что спустился, или покуда я по низу прошел? А, я по низу прошел. Подожди, еще немножко. Вот так. Для чего вот здесь вот эта местность построена, поставлена? Что-то скрыто. Ага. Денежку взял. Говорю же, что-то скрыто. Я даже не сразу заметил, что сундучок стоит. Пойдем. Так, у меня инвентарь же есть. Давайте хоть глянем на него. А где инвентарь? Мы уже близко, осталось совсем немного. А ничего, что тут ветер вон какой. Держитесь! Держусь! Репейно! Или чего он там проорал-то? Больше на итальянский язык, кстати, похоже. Твою мать. Заклинание в действии. Карта. Инвентарь L. Снаряжение E. Почему у меня тогда это выдвигается все время? На какую бы ни нажал. Сохранить, загрузить. Ладно, может просто потому, что пока что нету ничего, ничего. На, далеко, кстати, бить я могу. Да,
Так, здесь что у нас? Расхреначил все подряд, самый дружный наш отряд. Why would someone have built this here? Зачем кому-то было? Полагаю, что кто-то любил уединение, портал привел нас прямо сюда. Неспроста. Давай осмотримся. Ищите все, что покажется необычным. Там уже все необычно. Первый раз в этом мире. Давай. Так. На мини-карте показаны ваши ближайшие окружения, так ваша текущая цель. Нажмите, удерживайте, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Ага, тут удерживать надо. С помощью портала профессор Фик и я переместились. Так, нам нужно следовать таинственным руинам, которые прошли, что должны были показать портал. Ну, понятно. Не то нажал, прошу прощения. Профессор, это статуя. Возможно, это был его дом. Так. Хочу вот здесь посмотреть. А вдруг где-то какой-то болт гайку пропустил. Бундучок. Так, смотри, старый. И молчит еще, падла. Профессор, здесь что-то вроде барельефа, ни хрена, и тормоз. Возможно, владелец этого места был известным ясновидцем. Любопытно. Реально, блин, тормоз. Так. Двигай. Лавиоса. Или как он? Лавиоса. Опять я разочарованный прозрачный камень. Что-то он с собой представляет. Вау, это зеркало. Профессор Фиг. Странно, для чего было создавать разочарованный камень именно здесь? И как за ним может быть комната? Комната? Я ничего не вижу. И здесь это свечение, как на футляре. С ключом. Ты не видишь, а я вижу. Ладно, давай посмотрим. Во имя Мерлина. Godric's heart. Where are we? Что происходит? Где мы? I can't believe it. В голове все перемешалось. Это портал интересный такой. Опа. Подожди. Ты же не можешь проснуться от того, что я здесь магией пользуюсь. Вот так. Hello. Здравствуйте. Рапит у вас. Крапун. Хе-хе. Чё ты их... Да, ему там полусили. Банк. Больше похоже на банк. Гоблин? Не может быть. Или кто-то там. Just a moment. Минуточку. Может, гном. Чего это там? Добро пожаловать в банк. Грин Тонс. Я же говорил банк.
Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Ваш ключ. Your wife's portkey. Портал. Yes, of course. Ваша жена. А, конечно. Вот, пожалуйста. This way, then. Прошу за мной. Stay close. Держись рядом. Ух ты! Ух ты, ни хрена себе колесница-то какая! After you. После вас. А как вы поедете, зная, там ключи, что-то написано или что? Не высовывайте руки, закрайте решки, если не хотите их лишиться. Ну, это я и так уже понял. Только доставь. Едем, едем, едем в далекие края. А сколько всего? Так. Сотни, да вы сами это убедитесь по дороге к сейфу номер 12. Сейчас мы просто под главным залом. Здесь расположены самые новые сейфы. И много в Гринстоне частных сейфов. Крайне мало подобных услуг могут себе позволить лишь более состоятельные или, я бы даже сказал, влиятельные люди. Собственно, советую воспользоваться услугой или что? А этот водопад смывает любые чары, дополнительная мера охраны. Похоже, вы уже сталкивались с гибелью воров раньше. Просто слыхал. А здесь у нас сейфы на нижних уровнях, а далеко нам еще? Сейф номер 12 был арендован вскоре после основания Гринстон. Более 400 лет назад он находится в самом глубоком подземелье банка. Устраивайтесь поудобнее. Путь предстоит нелегкий. Долгий или трудный. Не успел прочитать, какой там путь предстоит. Короче, от основания банка 400 лет прошло. Номер сейфа. 12. Исторический день. Проезжайте. Ни хрена себе, полицейский в банке. Останавливают. Куда идешь? Зачем? Что, куда, зачем? Охренеть. И поехал куда-то. Жаловаться, наверное. Повязка на руке этого охранника светилась. Так же, как футляр с порталом. Темнее. Так же светился ошейник на шее дракона. Что-что, мы просто говорили об этом гоблине. Он отвечает за старейшую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Никто не ходит. Ну, уже ходит. Приехали. Вот мы и на месте. Следуйте за профессором Фигом. Фигу тебе, профессор Фиг. Когда этот сейф был арендован? Дежурные гоблины, представленные к этому сейфу, сменяются друг с другом. За это время сейф номер 12 не открывали ни разу до сегодняшнего дня. На. Пробил его этим заклятием. Сейф номер 12. Благодарю вас. Ну, давай посмотрим, какие меня богатства там ожидают. Хотя, подожди, стой. Вот еще денежка. Денег много не бывает. Как думаете, что именно нам нужно здесь найти? Сам не знаю, сэр. Вы не могли бы порядок доступа к сейфу номер 20 обязывать меня впустить сюда владельца ключа, после чего закрыть дверь? Постойте. Желаю удачи. Профессор? Профессор? Да уж, неожиданный поворот. Дай подумать, здесь наверняка что-то, пожалуй, Ревиллио. Давай еще раз. Ревиллио? Ревиллио? Именно.
Появляешься, чары, самое время. Давай поглядим, что от нас скрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. Так, зафиксируйте палочку с помощью. Ага, не так-то просто еще. Нажмите R, чтобы использовать Ревеллио. Вон там, там что-то есть. Подойдите ближе и попробуйте повторить чары. Дверь. Какая-то дверь. Что же здесь? Снова тот символ? Вы часом не знаете, как ее... Знаю, профессор, этот символ светится так же, как футляр с порталом. Если то, что вы видите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Видите? Видите или видите? Я не знаю, как правильно. Видите, наверное. Ой. Надо еще раз взглянуть, что здесь у нас. Ну, давай. Люмос. О, свет. Это не простой сейф. Подозреваю, чтобы выбраться отсюда, придется потрудиться. В каком смысле потрудиться? Думаете, что какое-то испытание? Да. Ну, для чего оно задумано? Я не знаю. Держитесь рядом, если что-то пойдет не так. Трансгендировать отсюда не получится. Это как-никак Гриндорс. Уверен, что здесь что-то спрятано. Ага. Не могу уйти за свет. Ой! Ой! I see something up ahead. Впереди что-то есть. Что там? That glow again. Снова это свечение, но теперь на полу. I love you. Люмос. Что произошло? Стоило мне приблизиться к этому свечению, как оно заглубилось вокруг меня. Вы в порядке? Да, сэр, в полном. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Статуя? Я вижу какую-то статую, но только как отражение полу. Полагаю, ее отражение вы и видели. Да, и оно по-прежнему на месте, вот только смотрят они в разные стороны. Погодите, когда вы отошли, отражение повернулось вслед за светом. А, может нам применить люмос? Так, а люмос на какую? Так, вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Нажмите один, чтобы использовать. Давай, встань. Опа. Ой-ой-ой. Только не нападайте, пожалуйста. Берегись. Дефекто. Блин, кто там лезет? Депульсо.
Конфринго! На! Вот ни хрена себе! На! Вот так! Блин. Изучите свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Да, так отразить атаки при помощи. Нажмите, чтобы уничтожить статус с помощью основного заклинания. Так и так стараюсь. На. Вот там силы выкапывают, что ли. Stay close! Не отходите. Lumos. Не отхожу. Профессор. Профессор Фиг. Профессор Фиг. Where are you? Где вы? This isn't good. Плохо дело. Where am I supposed to go? Куда мне идти? Пойти можно куда угодно. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Куда-то ведут эти волшебные. That's вот сюда ведут. That glow again. Активирую. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Давай, нет. Подождите. Lumos. Вот он. Ага, от них нельзя убежать. I need to align these statues with their reflections. Вот так. It seems I have no choice. Давай, похоже, вы... Нет, придется с ними сражаться, так? А почему? А, когда прыгает, он не может. Да. Так. Ах ты! Какого нового заклинания? Итак, удерживайте Q во время применения портала, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбенения. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Блин. Вот так. Еще немножечко. Давай. Так. Так, кто быстрее, ребята, шустрые? Вот ты кусок железа просто. Lumos. Поэтому не соперник ты мне, не соперник. Да где этот гребаный профессор шарится? Кстати, вот такие колонны, только большие, были описаны в книге «Хроника Сиалы». Там, по-моему, третья книга, где он лазил в костяных дворцах. Там колонны были большие, очень большие, огромные. Колонны, которые сами огры, по-моему, возводили, или еще до огров они были возведены. Там птицы-медведи какие-то. А я вот хочу с этой стороны зайти, можно? Ага, нельзя.
Понятненько. Lumos. Вот. А все говорили, бесполезно осматриваться. Как так бесполезно осматриваться, если тебе здесь? Hello. Are you there? Professor Fig. Я тебя слышу где-то. Lumos. Так, и да, Гордиков, сердце, как я рад, что с вами все в порядке. Я каким-то образом снова очутился в вестибюле. Какой-то способ должен быть, я смотрю с этой стороны. Конечно, я смотрю, вот он. Перемещение или что там. Так. Какая-то жидкость, напиток. Жидкая удача. Вот вы где. Как вам? Что это за место? What is this place? I don't know. Я не знаю, но вот это висело в воздухе над той чашей. That is no mere basin. Это не просто чаша, это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. Это воспоминания, что ли, чьи-то? I wonder. Интересно. Follow my lead. Делайте, как я. Давай посмотрим память. Вот она, древняя магия была возведена. Он возводил это все. Все готово. Портал хорошо сделали. Боюсь, даже слишком хорошо, что если путем, который мы создали, будет невозможно пройти. Невозможно это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которые вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, будет недостаточно, правитель. Мы веряем тому, кто ступит на этот путь могущественной тайны. Ради этих знаний многие пошли бы на все. Да, Чарльз. И если мы правы, ведьма или волшебник, которые пройдут эти испытания, тем самым докажут, что достойны этого знания и ответственности, которую они возлагают. Ну, сомнения, конечно, мы сделаем все, что сможем. Красиво создали. Так вот, что мы видите, свечение... Как вокруг них? Да, сэр. Поразительно. Я что, вижу магию? Если точнее, следы древней магии. Магии в сущности существования, которой Мириам была так уверена, но не сумела доказать, я так думаю. Мириам, а возможно и Джордж погибли, желая отыскать знания столетиями, оставшиеся тайной. И, похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы оба. Странно только, что тут все было совсем иначе. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю, сэр. Но нам сюда нельзя. Я был прав. Ранрок. Похоже, моя репутация опережает, но я уже начал думать, что никто и никогда не посетит хранилище Рекхэма. А что ты здесь забыл? Спокойней. Просто отдайте мне то, что ты здесь нашел, и забудем былое. Господи, какой страшный, как орк нарисованный в Хоббитах. Только маленький. Сэр, у них был ключ от сейфа. Подумай хорошенько, что именно ты сейчас скажешь. Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать, я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ, а у вас его нет. Сейчас порвет его, да?
Нет, так разбил. I have no patience for traitors. Терпеть не могу предателей. А почему с предателем? Так о чем мы? Where were we? I'm not giving you. Ты ничего от меня не получишь. Well, ну ладно, быть может, твой юный спутник окажется позговорчивее. Will be more helpful. Да сейчас. Давай. Мое кунг-фу кунг-фучи твоего. Или нет? Сейчас тебя накажут, жалкий гном. Что-то я сомневаюсь, что эта магия вам поможет. Я знаю, как отсюда выбраться. Профессор! Опа! Колонну подрубил. Опа! Это мы куда-то на полянку, да? Прибыли. Ох, чтоб я маленький газбор. Вы в порядке? Да, сэр. Впервые сталкиваюсь с настолько могущественным гоблином. Моя магия на него даже не действовала. Гоблин. Где мы? Не может быть. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, создал этот медальон, и такой хитрый способ до них добраться, хотели, чтобы кто-то с вашими способностями оказался в этом месте. Идемте, нас еще ждет церемония распределения. Ух ты, все знали про эту дверь, что там... Хогвартс. Поезд. Хогвартс. Что? Я уверен, что должны были знать про это. Лети, лети. Хогвартс. В окрестностях должно было быть все изшарено. Все известно уже. А вот начало. Хогвартс. Наследие. Порт Геймс. Геймс. Неважно. Гаммес. Ну, давай. Начнем наше путешествие. Алаказам. Сим Салабим Врахат. Ибн Луком. Мышь в углу появись. Ну давайте. Будем сейчас распределяться, и мы, получается, можем выбрать только один раз. Куда пойдем, кем будем, как будем. Потом поменять уже нельзя будет. Поэтому надо выбирать с умом. Ух ты, змея появилась. Была мышь, стала змея. Ух ты, сколько всяких разных зверей. Ну ладно. Феникс. Ходил как петух. Арбуз. Ну давай. Наконец-то. Родили. Хогвартс. О, славно, церемонию распределения мы еще не пропустили. Не то чтобы я много в этом понимал, но кажется, так будет уместнее. А теперь нужно как можно скорее заняться с этим медальоном. И сперва известность. Надо сообщить им о том, что произошло с Джорджем. А пока прошу вас никому не рассказывать о том, что мы с вами сегодня пережили. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, готовы к церемонии распределения? Ага. Прибыл. Давай.
Даже не знаю, какой лучше так. Чьи нас, Найджел Блэк, вздыхает. Мужайтесь, вам предстоит знакомство с директором. The headmaster. Ну да, монстр. Фиг! Фиг, все-таки снизошли до нашего общества. Церемония отбора уже завершилась. У нас возникли затруднения. Похоже, что ситуация... Довольно, гоблины. Слухи меня не интересуют. Фиг, не испытывайте моего остатки терпения. У вас еще есть некоторые шансы пройти распределение. Поговорим в другой раз. И двери не закрыл. Зато смотрите, какой богатый стол. А людей мало я сделал. Средний. Надо было дохрена людей сделать, я средний сделал. Не надо мне много людей. Профессор Уизли, оказывается, мы распределили не всех. Добро пожаловать. Как вы? Вы как раз вовремя. Проходите, садитесь. Итак. Надо решить, куда пойти. Или что, или лотерея тут. О, надо же, ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. Конечно. Скорее бы началось учиться так, у тебя уже... Так, давай учиться, потому что знания лучше, чем исследовать замок. Ну. Ну что ты оморок-то замер там, шляпа? Я тебя не слышу. Так. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Так, Хогвартс может немало дать усердным ученикам, а знания, полученные в классе, подготовят к трудным задачам и за стенами школы. А я что попросил? Блин, назад не прочитал. Любопытно, я что-то чувствую в тебе, некую черту характера. Какую же? I detect something in you. A certain sense of... Некую черту характера. What is it? Так. Амбиции. Не надо амбиции. Давай любознательность. Я хочу научиться стать охренительным магом. Чтобы... Вот так вот просто. Пока тот это читает полностью заклинание, я уже одним взглядом испепелил его к чертям. Только ты тугодум, уж. Мне кажется, это виновата моя видяха. Да. Сборы на нее ведутся. Но пока не очень. Ссылка в описании, кто хочет помочь. Ссылка будет в описании, куда вы сможете перевести любую сумму, которую вам не жалко. Давай! Шляпа! Кстати, такое выражение, шляпа тоже старая. А тут реально упала шляпа, упала на пол. A desire to learn? Желание учиться? Обожание интересной загадки. Мне кажется, у меня пытливый ум. Хм. Ума тебе не занимать. Ты не теряешь ясности мышления там, где другие заходят в тупик. И любознательность имеется. К тому же ты быстро учишься. А, господи, я думал, у тебя глаза какие-нибудь есть там. Возможно, твое место в Хогварте. Блин. Хогвартс. Студенты Хогвартса известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. А какие другие-то там есть? Ну, давай, Хогвартс. Я не знаю, мне что это, что другие. Без разницы. Давай. В одном буду, в те два не узнаю. В любой другой перейду, в другой не узнаю. Так что...
Разницы нету и не будет. Так, ты стоять на месте, пока сиди. Если что, в гости пойдем. А в гости не хочешь? Ну, а там тебя никто не... Ну, либо гулять пойдешь, я в гости тогда без тебя пойду. Хорошо? Хорошо? Ну, все тогда, сиди, жди. Ничего страшного. Ничего страшного, подойди к бабушке, она поможет отцепить. You belong in... Твое место в Хогвартсе. О, блин, я, честно сказать, я так-то, когда Гарри Поттера смотрел, не мог выговорить. От Слизерин еще могу выговорить, а эти не очень. Так, что, одеяние поменяли? Хорошо. Господи, у вас что с лицами-то? Что за... прогрессовка, я не знаю. Ах да, и еще кое-что. Поскольку прошлой весной во время финального матча по футболу произошел несчастный случай, в этом году все соревнования отменяются. Что с лицами? С лицами-то у многих. Тихо. Можно подумать, я запретил все полеты вообще. Хотя еще не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе, что ж, перед завтрашними занятиями у вас всех наверняка еще масса дел. Я сказал, перед завтрашним занятием у вас всех наверняка еще масса дел. Поднимаем жопу и уходим. С какими лицами здесь сидеть нахрен? Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я... Профессор Уизли, будьте любезны сопроводить ваше нежданное пополнение. Конечно, сэр. Так вот, я собирался сказать, я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя почетная обязанность, как заместителя директора, проводить вас в вашу гостиную. Нам сюда. Ох, ох, ох. Слушай, я маленький, не сдох. Блин, с такими перепалками. О, наконец-то. Начинать обучение сразу с пятого курса крайне необычно. Вам предстоит многому научиться. Впрочем, уверена, вас это не затруднит. Это так, профессор. А вот и вход в гостиную Хогвартса. Чтобы войти, нужно... Так, боюсь, что я там не помощница. С загадками у меня всегда было неважно. Ага, понятно. Загадку надо решить. Так, кто прожил больше... Призрак или полтергейст? Призрак или полтергейст? Хм. О потустороннем существе нельзя сказать, что оно жило. Отлично. А теперь советую вам как следует выспаться. Завтра у вас очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что, надеюсь. Ваша первая ночь в Хогвартсе пройдет спокойно. Приятных снов. Спасибо. Спасибо. Вот такой замок. Красиво. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Исследованием мы займемся уже в следующем видео. Ну а на сегодня все. Пока.